Приветствую всех на канале Сад Флоксов. Наше сегодняшнее видео посвящено нашему сайту, нашему каталогу и дополнениям, которые мы в него внесли. Можно так сказать, что сегодня мы немножечко пройдемся по разделам и такой небольшой путеводитель я буду у вас путеводителем по нашему каталогу. А месяц назад, в начале ноября, мы открыли каталог на весну следующего года, также немножечко и на осень. В основном это был наш базовый ассортимент флоксов, хост. Но в течение ноября мы не сидели просто так. Мы там делили, размножали и думали, что бы еще бы добавить нам в каталог, чем бы еще бы вас удивить или обрадовать. Ну, в общем, в течение этого времени мы добавили приличное количество растений на сайт. Давайте расскажу немножко поконкретнее. Сейчас я начну рассказывать, но сразу хочу сказать, что только в конце этого видео я вам расскажу самый, ну, один из интересных моментов, который, в общем-то, спрашивают многие. Поэтому желательно, конечно, досмотреть до конца, но и не перематывать сразу на конец. Начнем с хост. Сейчас в каталоге на весну по хостам у нас практически 154 сорта. В основном это классические сорта. Это наши сорта, которые мы уже давно выращиваем. Они по разумным ценам, и в принципе каждый может себе купить не один, а несколько разных растений этих сортов. Кроме этого, там небольшое количество представлено более дорогих растений, более редких сортов, которые у нас в небольшом количестве. Дальше, пионы. С пионами вообще очень интересная история. После того, как осенью мы закончили выдавать заказы, рассылать. Мы с мужем сели и решили, что все, пионами хватит заниматься, тяжело делить, сами кусты выкапывать, делить тяжело, долго, заворачивать в посылке долго неудобно. В общем, хватит с пионами, хватит. Решили. После этого мы поехали на дачу, на наш участок, и начали там выкапывать пионы, которые там оставались, которые мы не вывезли еще с того участка. Я по наивности по своей думала, что там, ну, сортов 20, ну, может быть, 25 пионов. Когда мы выкопали все, мы вообще еле-еле это уместили не то что в машину, а в прицеп, в наш большой. И оказалось, что у нас 74 сорта. Я была вообще шокирована, честно говоря, я не думала, что их столько. Мы их, естественно, поделили, высадили себе самые, конечно, красивые кусочки. Ну, а в деленке оставили на продажу. Пионы эти будем показывать летом, которые себе высадили. У нас тут образовался теперь очень интересный, красивый такой миксбордер. Небольшой, 44 метра в длину. Поэтому все эти наши сорта там уместились. И, в общем, я надеюсь, что все будет светить и все будет красиво. Таким образом, абсолютно непонятным не для нас, как это все так вышло на сайт у нас добавилось достаточно большое количество пионов. Где-то сейчас там 52 или 53 сорта. Из них тоже есть хорошие очень сорта, старые, старинные, можно так сказать, очень красивые. Они недорогие, но вместе с тем, я же, естественно, слежу за новинками, и мне надо всякое такое интересненькое. Поэтому там тоже есть всякие эксклюзивные пионы, дорогие, но это больше для коллекционеров или для тех, кто хочет вот новинки. Я хочу сейчас, я ничего не хочу ждать. Ну, вот как я, да? Вот такие-таки у нас ассортимент пионов такой. Также в каталоге можно заметить, что у нас немножко появился, может быть, сказать, обновился раздел плодовые. Мы вроде такие садоводы, ничего так особо тут не выращиваем, не продаем ничего плодового, но... Появился раздел плодовые, голубики. Там несколько сортов современных голубик и один сорт брусники. Очень интересные сорта. Я по ним сделаю отдельное видео. Но просто здесь я говорю для информации, что вот у нас есть вот такой теперь раздел. И на весну там можно заказывать некоторые сорта голубик и бруснику. Еще мы добавили в раздел гортензии. Несколько сортов, может быть, 7-8 сортов гортензий. В основном я в этом году отталкивалась от того, что эти гортензии должны быть небольшие, в том смысле, что сорта сами по себе небольшие. Они не вырастут в дерево 2-2,5 метра. Это будет что-то метр-метр двадцать в высоту и в ширину, когда это будет уже взрослый куст. При этом у них хорошие, красивые, пышные соцветия, все как мы любим в гортензиях. Дальше хочу обязательно обратить ваше внимание на осильбы. Я очень люблю осильбы, я надеюсь, и вам они нравятся. И у большинства осильб обычные зеленые листва, и мы их любим за их цветение. Но вместе с тем есть некоторые сорта, которые очаровывают своими листьями. У меня уже давно есть сорта Color Flash, Color Flash Lime, желтый. С желтой листвой. Много раз я заводила шоколад, да, шоколад шагун. Это лист с, корич... с коричневой, такой бронзо коричневая листва. Но, к сожалению, он не раз выпадал. Но тот, который сохранился, он как бы есть, но он не особо нарастает. Но селекционеры не стояли на месте. Они за это время сделали новый сорт Dark Side of the Moon темная сторона Луны. И, конечно, как он появился, я сразу же его купила. Его еще нет в России, его только вот привезут нам зимой, весной. Я заказала и себе, и для сайта, для вас, для тех любителей, кому тоже нужна и необходима стильба с коричневыми, с шоколадными листьями. Тем более та, которая уже скрещена с другими сортами, которые абсолютно устойчивы, она у нас будет зимовать хорошо. Цена не маленькая, но это и эксклюзив, это не просто какое-то там обычное сортовое растение. Следующая ну, маленькая добавка колокольчик скученный фрея. Многие хотели спрашивали, когда будет вот добавка. Во флоксах иностранной селекции добавлены три сорта тоже, которые спрашивали: Кирхенфюрст, Катя и Лариса иностранной селекции. В разделе декоративные кустарники. Добавлена сирень «Красавица Москвы» со сроком получения и весна, и лето. Как вы хотите, так и заказывайте на любые сроки. Сирень шикарная, красивая. На даче у меня растет. Она такая очень бледно-розовая, махровая. Ну, розово-сиреневая. И здесь, на нашем большом участке, я тоже хочу, чтобы она у нас выросла. Также в этот раздел добавлен «Дерин дёр Миракл». Очень интересный. Во-первых, он невысокий. То есть, у него высота максимальная где-то метр двадцать. Очень красивые листья розовые, такие розово-зелено-белые весной и осенью, а летом, наоборот, зеленые, но с белым и с розовым. Очень красивые, прекрасно стрижется, замечательно выглядит шариком. То есть, я себе хочу точно несколько рассадить по участку, и вам тоже рекомендую обратить на нее внимание. А Еще я не могу пройти мимо одной маленькой вообще милашки, которая тоже в этом году появилась. Если и была до этого где-то, то это единичном количестве у кого-то, но в этом году она появилась на разных сайтах, и я, конечно, тоже и купила себе и для вас. А роза называется. это Cutie Pie. И это не просто роза, это какая-то такая супер-мини-розочка. И она на фотографиях у нее маленькие-маленькие цветочки. Она вот такая вот малюсенькая-малюсенькая. Я обязательно ее посажу в кашпо и поставлю здесь вот у нас на террасе. Я хочу несколько штучек поставить, чтобы было очень интересно и красиво. Я думаю, что многие из вас заинтересуются, потому что большие розы это большая проблема с укрытием, а маленькую розочку можно какой-нибудь, грубо говоря, даже горшком перевернутым укрыть, и все будет этого достаточно. Так что интересная очень новиночка. Маленькая такая. Ну и теперь дальше уже подходим к концу. Я хочу сказать, что мы начали выставлять хосты на лето порядка там 5 или 6 штук сейчас у нас на сайте. И мы добавим приличное количество хост новинок, без селлеров то, что вам нравится, то, что вы спрашиваете, то, что вы очень быстро раскупаете. Но мы это поставим где-то в районе Нового года, в первых числах января, для того, чтобы вам было какое-то развлечение на новогодние каникулы. И кроме этого, самое 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 интересное, самое последнее, мы выставим венерины бушмачки в этом году тоже в начале января для того, чтобы вы их заказывали на весну. Раньше мы всегда венерины бушмачки предлагали летом после цветения, после того, как мы уже поделили кусты. В этом году мы хотим сделать по-другому. Мы хотим вам высылать спящие растения весной в апреле для того, чтобы вы их сажали, они чтобы цвели уже у вас на участке, чтобы уже с первого года они вас радовали своими вот этими вот необычными цветами, которых не встретишь больше вообще ни на каком другом растении. Поэтому я надеюсь, что вам это понравится наша идея, что вы нас поддержите своими заказами. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вас заинтересовало и что бы вы вообще еще хотели. Я обращу на это внимание и постараюсь добавить наш ассортимент.